Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Stickwar Legacy. Ну что, у нас 4 новые миссии. И это 223, 224, 225 и 226. Начнем, пожалуй-ка, с 223. Уничтожить статую врага. Давай сразу попробуем на харде. Нам дают 8 очков действий. Я, наверное, все-таки... Уничтожить статую, да, значит, скорее всего, мы будем нападать на противника, поэтому улучшим нашего мечника. И вот так вот. Давай смотреть, прав я или не прав. Сразу же возьмем еще дополнительных двух добытчиков. Блин, а у него добытчики будут покруче, чем мои. Так, что у нас имеется? У нас имеется, так, ускоряшка для мечников. Так, это я не помню. А, это капитоны бросают копья у нас, да? В общем, понятно. Так, 4 добытчика маловато, давай сразу 5. А лучше, наверное, 6 в идеале, да? Ладно, сейчас посмотрим, что он... Опа! У него уже капитон, у него уже стоит мечник. Смотри, какой жучара. Кто там еще у него убегает? Еще один мечник. Так, мечники. Ну, слушай, если он хочет делать свою... так сказать, армию на мечниках, то тогда и я буду делать на мечниках, только мои мечники будут в броне намного круче, то есть в топовой броне. В топовой броне и с топовым оружием. Так что посмотрим, кто кого здесь еще победит. Такс. Хотя, опять же, ребята, мы играем с вами на харде, тут не знаю, что у нас получится. Раз, два, три, четыре. Так, 5 добытчиков маловато, может быть, нам еще одного заказать? Это было бы вообще идеально, да? 6 добытчиков. Я вот, знаешь, что думаю? Ага, все-таки вызвал. Я думал, что он обойдется. Не будет вызывать лучников. Но, как видишь, вызвал. Если я даже буду вызывать своих лучников, они у меня не прокачаны, смысла от них нету. Есть смысл вызвать капитонов. Чисто как прикрытие. Заманчиво. Или же мы можем взять всю, как говорится, ярость лучников на нашего гиганта. Опять же, не прокачанного. Какие есть идеи? Как лучше нам поступить? Или все-таки просто сделать армию мечников, которая просто будет рвать всех на своем пути? И я надеюсь, по крайней мере, на это. Да, мы, наверное, так и сделаем. Сейчас добьем, лишь бы у него не было магов. Вот маги — это будет плохо. С этим, с капитоном, я думаю, мы тоже справимся. Лучников можно было бы, знаешь, для чего сделать? Чтобы немножечко подбежать и отступить. Ну, помнишь, как мы раньше делали? Мы их просто немножечко дразнили. Подбежим, стрельнем. Они обычно убегают, мы тоже потом убегаем, потому что начинают здесь лучники стража бомбить. Слушай, мне не нравится, что он начал усиленно брать капитонов. Ладно. Давай тогда тоже по полной программе. У нас 35 из 50. Ты можешь представить, какая здесь будет армия мечников? Просто вот в данный момент половина. И еще где-то вот столько. Редко 3-4 будет. Ух, сейчас не поздоровится. Либо мне не поздоровится, либо ему. Я думаю, что все-таки ему не поздоровится. Можно будет уже еще... Нет, лучников не хочу. Хотя я больше уверен, что у него будут и костяные големы. Великаны, точнее. Мне кажется, так будет. Хотелось бы, конечно, мне ошибиться, но не знаю. Ну что, давай, ребята, проверим. Просто хотя бы проверим нашу армию на прочность. Слушай, ну стоят они неплохо. Слушай, и по пробитию, в принципе, они тоже хороши. Сейчас посмотрим, какое у них тут будет подкрепление. У них зомби. Так, ну, слушай, против мечников, согласись, тяжело. Когда большущая армия, тем более в топовой броне и с топовым оружием. Нет, им не устоять. Мы их поражали. Так что, ребята, я скажу вам, что вот она, победушка. На харде мы сыграли. Можно даже, мне кажется, на невозможном поиграть.
Так, 223-я миссия пройдена. Давай попробуем здесь. Тоже возьмем хард. Так, 7 очков действия на этот раз нам дают. Я опять же, ребята, можно сказать, ой, рейд так неинтересно, одними меньших, ребята. Мне, например, неинтересно, когда нас начинает бомбить. Ой, как неинтересно мне на это смотреть. Нифига, ты посмотри, сколько тут. Блин, а что такое, не понял. Так. Итак. Теперь, значит, я понял. Я понял, друзья мои, знаете, что сделаем? Ускорим. Давай, быстрее, 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 ребята, добывайте. И начнем, я не знаю, может быть, с лучников начать. Опа, он двух мечников уже, ребята, позвал. Он уже позвал двух мечников. Зомби, пожалуйста, помогайте. Куда ты побежал? Ой, дурак. Вот, смотри, что он вытворяет. Так, где? Вот он. Ты посмотри, что, а? Смотри, что зомби мой делает. Эти его завалили, к сожалению. Его, к сожалению, там завалили. Так, давай-ка мы, наверное, в атаку пойдем. Это что-то со всеми, смотри, тут приборзели. Будем тоже его рабов этих валить, добытчиков. Давай. Всех. Без жалости. Как они наших начали валить, так и мы будем. На тебе, по башке, на. Готов. Так, ну естественно, ребята, естественно, он тоже начинает вызывать подкрепление. Лучников главное бомбануть и все. Так, сколько у меня там добытчиков-то? Ну, пока нормально, а у него практически не осталось. Раз, два, три, я смотрю, тут четвертый. Сейчас мы с ними тут разберемся. Этот лучик мне не нравится, который там. Так, отступим. Отступим, друзья. Надо накопить нам армию. Сейчас посмотрим заодно, что он будет делать. Как только выйдут у него добытчики, мы сразу пойдем их уничтожать. Сразу же, без, как говорится, без слов. Давай-ка я еще. Ты посмотри, они вообще борзели. Сейчас будем их молотить здесь. Мой отскочил. Слушай, я, наверное, ребят, не буду здесь долго засиживаться. Пойду-ка я, наверное, ему сразу базу бомбить. Сейчас мы посмотрим, что у нас из этого получится. Мне кажется, армия сейчас выйдет лютая у него. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, великан. Это плохо. Да-да-да-да-да, давайте пинайте его добытчиков. Есть, все. Проще пареной репы. Я тебе говорю, мечники это сила, когда их много. Ну что, 225-я, пережить ночь. Вот здесь уже, ребята, я не знаю. Ну давай хард возьмем опять же. Пережить, ох, 15 очков. Слушай, это неспроста. Это неспроста. Пережить ночь. Кто же там у вас будет, а? Там у них, скорее всего, ребята, будут зомби. Скорее всего. Опа, мне еще дали вот такой. Оу. Смотри, сколько мне бабла подкинули. Ты думаешь, это все просто так? Нет, конечно. Это все не просто так. Видимо, здесь будет действительно жесткая битва. Ну что же, я надеюсь, мы все-таки здесь справимся. Ё-моё, сколько их там идет. Эх, великанчик мой. Чуть-чуть мы его прокачали всего лишь капельку. Так, лучник там стоит. Ну, давайте. Вот они. Вот, ребята, и пошли эти зомби. Но не забывай, что у нас хилка есть. Она может нам помочь очень сильно. За счет, соответственно, своего отхила. Подожди, он, а мы что? А, мы даже заклинатель уже. Ну да, я же призвал заклинатель, точно, ребята. Совсем забыл, совсем запамятовал. Она не успевает, ребята, захилять. Ёк-макарёк, там просто бесконечная армия идет.
Так, я специально усилил наших мечников. Пускай даже на время. Нет, наверное, нам надо все-таки как бы в атаку идти. Это не дело. И лучников заказать. И заказать лучников. Так, это какой-то... Опа! Что там происходит-то? Они оживают прямо, прямо на моей территории встают. Во-во-во-во, смотри, какой идет. На пролом просто. Угу, угу. Смотри, это капитан там. Мы его со всех сторон бомбим, ему пофиг. А он сейчас еще превратится, по-моему, в зомби, наверное. Такого ближайшего. Нет? Нет. Окей. Так, у меня максимальная армия. Вот что я тебе хочу сказать. Ё-парасете. А вот это уже проблема. Тут еще эти идут. А с ними тяжело, блин, драться, я помню. Давай-ка я, наверное, возьму одного еще заклинателя. И еще одного великана. Великан вроде бы тут нормально так стоит. Держит, помогает нашим бравым ребятам. Слушай, по-моему, мы, ребята, здесь... Нет такого ощущения, что у нас... нас мало стало. По-моему, есть такое ощущение. Придется помогать. Да, они почти всю армию, ребята, разнесли мне. Один великан упал. Мечники, конечно, идут отважно в бой. Я в шоке немножко. Она не успевает даже захилять, прикинь. Она хиляет и смотри, 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 прям здоровье прямо на глазах, ребята, уменьшается. Да, на невозможном здесь вряд ли мы потянем. Ладно, хотя бы на харде. Слушай, смотри, их, по-моему, там осталось трое всего. Но все равно было очень жестко. Так в спину, на, колет там своим мечком. Последний, по-моему. Да, друзья. Слушай, неожиданно, но прошли. Так, ну что, у нас остается 226-я миссия. Здесь у нас уничтожить статую врага. 10 улучшений нам дали, так что давай так сделаем. Итак. В принципе, я готов. Ой-ой-ой-ой-ой. Раз, два, три, четыре. Это 4 добытчика будут плюс... давай двух мечников сразу вызывать. Так, а у него в ледяной броне. Так, капитонов. Начинает он с капитонов. Но все равно мои лучники должны быть... Точнее, мечники мои должны быть лучше, чем его капитоны. Слушай, смотри, как он клепает армию. Меня удивляет, да? У него еще чуваки не принесли золото. А он уже армию на что-то строит. Так, давай-ка мы тогда тоже начнем ломать. Тихонечку. У меня двое ломает быстрее, чем у него там. Вот такая вот армия. Нормально? Ох, сейчас схлестнемся. Сейчас, друзья мои, мы схлестнемся здесь. Так, мы уже сломали первую баррикаду, ребята. Они еще... С первой воюет. Сейчас все будет тип-топ, поверь мне. Че там? Блин, у них лучник появился. Так, нет, давай-ка мы лучше встанем пока здесь. Нет, так это уже нерезонно, ребят. Мне надо нападать. Надо нападать. Сейчас посмотрим заодно. Ну, слушай, я тебе скажу, очень хорошо пробиваем.
Очень прям хорошо. Прям тупо даже этих капитонов валим. Естественно, естественно, не убегает, чтобы позвать лучников своих. Это само собой. Нам еще вот. Ага. Ну давай вот так вот сделаем. Идут, побежали в атаку. Ну лучники, ну вы сейчас доиграетесь. Давай попробуем. Нет, 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 отступаем, ребят. Мне кажется, надо подкопить еще чуть-чуть побольше армии. Чуть-чуть, ну где-нибудь хотя бы, чтобы 35-40 было по количеству. Да они достали, они не дают. У них армии нету, но они все равно, ребята, лезут. Они провоцируют меня. Так, ладно, давай тогда в раскумарку пойдем. Они напросились. Ну и что ты там вызвал? Я так и думал. Я так и думал, что будет у него ледяной голем, ребят. Ладно. Я думаю, запинаем мы всех здесь. И голем этого ледяного тоже. Все дело, ребята, в нашей броне. И в нашем оружии. У нас топовое оружие и броня. Поэтому нам удается все это сделать. Как-то так. Слушай, ну неплохо, я считаю. Все уровни пройдены на харде. Отлично. Ну что, ребята, тогда на сегодня, пожалуй, будем заканчивать. Всем удачи и до новых скорых видосиков.